Участие в заседании принял и губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев отметил, что регион третий после Москвы и Московской области по численности населения. Дополнительную нагрузку на судебную систему края создает ежегодный поток туристов – почти в 14 миллионов человек. Это очень серьезное совещание для развития в целом судебной системы в Российской Федерации. И, конечно, для нас почетно. Я еще раз хочу подчеркнуть, почетно, что оно проходит в Краснодарском крае, в Сочи. Я могу говорить от жителей нашего края, у которых сегодня объективно один запрос к судебной системе, к судебной власти, к судьям. Это на объективность, беспристрастность в принятии судебных решений. И, конечно, неотвратимости наказания тех, кто нарушил закон. В этом субъекте Федерации рассматривается очень большое количество дел. Наверное, по объему самый большой в Российской Федерации. И суды общей юрисдикции, и суды арбитражной системы. В большей мере их рассматривается в гражданско-правовом направлении. Это гражданские дела, связанные со спорами об имуществе, земельные споры, кадастровые споры. Глава региона призвал усилить работу судейского корпуса в части экономических преступлений. И на фоне кризиса их число растет. И подобные нарушения закона, по словам Кондратьева, преступления не против цифр, а против людей. И ответственность в этих случаях должна быть максимальной. Неприкасаемых для судов быть не может. Я как губернатор принимаю решение, приведя распоряжение, постановление, а вы выносите приговоры, принимаете тоже решение. Кстати, важно, чтобы ни я, как губернатор, ни вы, как судейское сообщество, не потеряли морального права принимать решения и постановления я, как губернатор, и вы, как судьи. На заседании в Сочи обсудили подготовку к 9-му Всероссийскому съезду судей. Планируется, что участие в нем примет Владимир Путин.